Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем любимые моменты игры. Ребятки, будем комментировать и смотреть. Друзья, перед тем, как посмотреть игру, ребятки, я хочу передать привет Даниэлю и Денису. Ребятки, привет, мои хорошенькие. Я хочу вам передать привет. Хочу, чтобы у вас было все классно. Сейчас весна. Хочу, чтобы весну провели классно. Влюблялись. Отдыхали, кайфовали, играли в игры, выигрывали. Желаю вам всего хорошего, ребятки. Море улыбок, здоровья, счастья, исполнения желаний. Пусть все у вас будет классно. Ребятки, крепко вас обнимаю и целую. Ребятки, слушаем игру и смотрим, ребятки, комментируем. Запомним тебя, Сучи, раз и навсегда. Ого! Ребятки, это уже новая игра, по-моему, да, ребят? Угу. Классно. Во-первых, как красиво сделано, да? Скажи, как прям по-настоящему? И как он летает на байке сразу, да, с разгоном. Прям летает и ездит на байке, ребята. Девочка классная, посмотрите. Ой, прелесть. Давай. Ну ты что? Упала, ну ты что? Беги, давай, беги, ушастик, беги. Тут много народу. Давайте. Инопланетяне. Шапки, как у инопланетянов. Едем. Быстро, быстрее, через туннель. Догоняем, ребятки. Остановились. Ребят, молодцы. Во-первых, мне ты нравится, видел, как спустился с мотоцикла. Смотри. Ребят, смотри, сейчас. С мотоцикла слез как. Ага. Кира! Ребят, во-первых, скажу. Мне нравятся властелины этих игроков. Они классно одевают своих ребят, да? Скажи, классно, стильно, по-летнему, да? Скажи, белые все костюмы, белые, фурашечки, шапочки. Да, мне очень нравятся ребята. Рюкзаки, они такие стильные. Но властелины свой стиль передают на своих игроков. Значит, у нас наши властелины очень стильные. Стильные такие, да, ребятки? И я слышу ваш голос, ребят. У вас такие голоса красивые, ребятки. Играем, поехали. Прыгать, релокация. Как? Сайган. Ночной город, ребятки. Да, куда же они едут? Все. Ну что, вкусно, ребят. Ребята, видели, как ушки блестят, да, ребятки? Посмотрите, какое тело у спортсмена. Весь он татуаже, да? А здесь что он тоже? Ушки не забыл, футболку ушки, не надел, да, но ушки это, в обязательном порядке. Ты знаешь, что это такое ушки? Что мне это кажется, такое? Ушки это как локаторы. Mm-hmm. Он свою зону, вы знаете, вот просматривает. Звуковые вибрации ловит. Да. Раз у него вот, где-то какой-то шорох, у него раз значит, это да? ухо повернулось, он зондирует почву и зондирует все. Понимаете, кругом. Но он не одел футболку, чтобы видели бы его спину, что там на спине у вас, чтобы боялись его. Он же крепкий парень, да? Mm-hmm. Смотрите, он крепкий. Он показывает, ребят, не надо меня обгонять. А, он по моим мальчикам будет. Давай. Припарковался. А у него какой голубой байк. Байк голубой с розовой картиночкой. Значит, о чем это говорит, о чем это ребятки? Говорит? Что он очень нежный. Нежный парень, нежный властелин, не властелин, а нежный игрок, и у него любовь к девочкам. Ага. Потому что голубой и розовый. Голубой это за мальчика, а розовый это да, за девочку. Да. Значит, что была любовь. Есть. Значит, кто-то есть у него, ребят, кто-то есть. А, показывает, что у него девушка есть. У него, видите, маска розовая. А вот другой теперь байк. Поменял. А тебе говорили, что потом стоит? Зебра. Зебра его ускакала. Зебра стильная, ребятки. Такая зебочка стильная. Опа, девочки, что ли? Ребята, а вы видели такие шапочки и фуражечки? Фуражечки такие вот, как кастрюлька, как чаша, ребят. Если дождь капает сюда, дождь, ребят, и он бьет и бьет просто, понимаете, ребят? Такие девочки. Ребят, вы заметили, я же вам сказала, вы что послушали, ребят, здесь все продумано. Властелины все продумали. Шапочка, как чашечка. Да, мы поняли. Да, и у некогда идет дождь, капает в чашечку, он берет, выпивает, и он уже пить не хочет, он уже сила. Уже может гнать на да, байке. Да, и уже может гнать на байке, куда хочет. Вон, смотри, как гонит, спуск пустые, проверяется. Ну вот, видишь, упс, произошло фиаско. Упал помидор, все встал.
Слушайте. Ребят, ну вот эта игра вообще классная, да? Скажите, ребятки. Во-первых, здесь стрелялок не так много, ребят. Не так много. Здесь в основном спорт, ребята. Спорт байки. Именно байкерская тематика. Да. И, во-первых, ребята одеты классно. Значит, Властелин очень стильный, современный, ребятки, да? Мне нравится, как они бегают. Спортивно. Тут и любовь проскальзывает. Ну, тут и драки есть, конечно, ребятки. Как они здесь выкрутасы делают какие, когда они падают с байков, ребятки. Здесь все продумано, ребят. Все продумано. Они быстренько встают, берут, что надо. И меняют байк. И опять на байк, и опять в дорогу, ребятки. Интересно, между прочим. Мне понравилась эта игра, да? Классная, скажи. Молодцы, ребятки. Властелинам привет, ребят. Играем, ребята, смотрим, друзья. Интересная игра, ребят, присоединяемся. Пока, друзья.